Сегодня утром на проспекте Ленина в Чебоксарах около остановки гостиницы «Чувашия» произошла авария. Водитель троллейбуса номер один не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. На место прибыла машина скорой помощи. Шестеро из 20 пассажиров получили травмы и обратились в медучреждение. По предварительной информации, опасности для их жизни и здоровья нет. По данным МВД Чувашии, водитель пытался пропустить пешехода на переходе, но не смог затормозить и вырулил в столб. По данному факту организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения, в ходе которой будут установлены причины совершенного ДТП. Проверкой занимается прокуратура Ленинского района Чебоксар.